Всем привет! В этом видео вы увидите подробный мастер-класс по вязанию такой юбки. Сначала я расскажу основные параметры, и затем уже будет сам мастер-класс. Моя юбка связана из пряжи от фирмы Siam Concord 150, номер цвета 13. Состав этой пряжи 50% шерсть и 50% акрил. В 50 граммах 150 метров. Пряжу я получала из интернет-магазина «Пряжа Су», и под видео будет ссылка конкретно на эту пряжу и на сам магазин. И также там вы увидите промокод NADI22, который дает 5% скидку на ваш заказ. Более подробная информация в описании также к этому видео. И также будет ссылка на держатели для мотков и бобин. Что касается размеров юбки. Длина ее 44 сантиметра. Ширина в самой широкой части 43 сантиметра. Здесь есть убавление, сейчас расскажу об этом. Я измеряла там, где ровное полотно, 43 сантиметра. Высота пояса. Пояс здесь двойной, и внутри вставлена резинка. Если вот так измерять, примерно около 3 сантиметров. И также здесь есть резинка по нижней части юбки. Ее высота 5 сантиметров. Юбка связана из двух деталей, которые соединены между собой по боковым швам. Как я соединяла, это тоже вы все сможете в этом видео увидеть. Можно вязать по кругу, но я вязала отдельными деталями. Если вязать по кругу, разница в том, что четные ряды нужно будет вязать в зеркальном отражении. Также здесь есть убавление по бокам. Так, если растянуть на фигуре, это все растягивается. И здесь можно посмотреть, что вот эти части, они сужаются. Как убавляла, тоже все сможете увидеть в этом видео. По центру здесь вот такие два вида узора. Одна полоса по центру и две одинаковых по краям. Остальную часть я заполнила вот таким образом. Это тоже все дальше в видео по петлям вы сможете увидеть. Связать такую юбку можно на любой размер. Если взять пряжу потолще, и размер будет больше. А вообще можно связать из любой пряжи, любым номером спиц. Я вязала спицами 2,5 мм. И на мой размер, на вот те размеры, которые я вам сейчас сказала, у меня ушло 210 граммов пряжи. Если вязать из другой пряжи, нужно просто связать образец, измерить, сколько у вас занимает вот этот узор по центру. Он с обеих сторон. И остальную часть заполнить любым узором, который вам нравится. Не обязательно делать так, как я. Вот эти полосы лицевых и изнаночных петель. Можно жемчужным узором или еще каким-то. Можно просто лицевую гладью заполнить. Это уже на выбор каждого. Вяжется она, в принципе, несложно. Две одинаковые детали. И резинку я здесь вставила самую простую, тонкую. Можно пояс делать также любой высоты, какая вам нравится. Можно не двойной делать пояс, а просто спандекс. Я сделала так. Двойная резинка. И вязала я снизу вверх. Не сверху вниз, а снизу вверх. Так как узор тогда бы был перевернутый. Подробно о том, как я рассчитывала, как я вязала, вы сможете посмотреть дальше в этом видео. Первая часть у меня уже связана. И на примере второй аналогичной части я сейчас буду показывать. Перед тем, как начать вязать, нужно связать, конечно, образец. И образец желательно вязать
и этим узором, так как у них разная плотность вязания. По схеме. Узор я вязала вот так, как на схеме, с одним изменением. В 10 ряду, я сейчас скажу по количеству рядов, вот здесь 10 ряд раппорта, вот эту среднюю часть узора B я провязывала 4 изнаночные, если смотреть по лицу, 4 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные. То есть средние петли я по изнаночной стороне, 10 ряд это изнаночный ряд, я провязала лицевыми петлями по изнанке, ой, изнаночными петлями по изнанке, чтобы они здесь на лице стали лицевыми. На схеме почему-то они изнаночные, но если их вязать изнаночными, то дальше вот идет перекрещивание петель, и это смотрится не совсем красиво. Вот это начало. Вот здесь. Получается, что мы из изнаночных сразу переходим на лицевые, немножко как угол более такой, вернее, более прямой. Здесь и так оно вот так смотрится. Но это уже вам выбирать, будете ли вы так делать. Я это буду показывать так, как я вязала здесь, когда буду сейчас провязывать узор. Все остальное я вязала также. По схеме. Узор А составляет 33 петли, узор Б 26 петель. Сначала вот эти 26 петель вяжутся вот так, как указано на этом узоре. Затем следующие 33 петли, так как указано здесь. И последние 26 петель в зеркальном отражении. То есть сначала вот эта часть, а затем вот эта дорожка. То есть в зеркальном отражении. Вот эту дорожку нужно перенести на конец раппорта. Если здесь сначала 4 лицевые, затем вот эта часть с перекрещиваниями, то в конце сначала часть с перекрещиванием и в конце 4 петли. А две вот эти дорожки, они вот они на узоре А. Указаны. Высоту. Высоту сначала нужно провязать 4 ряда до раппорта, а затем повторять раппорт из 12 рядов. Вот этот. Эти 4 ряда вяжутся только в начале. Связав образец, нужно рассчитать, какое количество сантиметров у вас займет узор и А, и Б. И оставшуюся часть заполнить тем узором, который вам нравится. Я повторила вот этот узор, 4 лицевые и между ними 3 изнаночные, а в конце провязала 8 изнаночных петель. 8 изнаночных провязала и так вязала до убавления по бедрам. Я потом все это расскажу и покажу в процессе вязания. И здесь я их затем убавила. И в конце у меня осталось 2 лицевые. Все это я подробно буду в процессе уже показа рассказывать и объяснять. Начинается вязание у меня с резинки. На резинку я набирала большее количество петель. Сначала я рассчитала вот эту часть, и затем прибавила к резинке 15 петель, которые в последнем ряду резинки я убавила. Как убавляла, тоже сейчас покажу и расскажу. Итак, для нужной мне ширины я набрала на спице 138 петель. И провязала резинкой 2 на 2. Так. 15 рядов. При этом в последнем 15 ряду резинки я убавила 15 петель. И у меня осталось 123 петли. Сейчас я буду показывать, как я убавляла на второй части. И затем, вернее, не затем, а как я распределила этот узор. От начала ряда кромочная, 8 лицевых, 3 изнаночных, 4 лицевых, 3 изнаночных. Затем узор. 26 петель узора Б, 33 петли узора А и 26 петель узора Б.
Затем 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 8 лицевых и кромочная. То есть до узора и после узора одинаковое количество петель должно быть в зеркальном отражении друг друга для симметрии. Итак, получилось у меня узор 85 петель, все 3, и по краям по 18 петель и, 2, и плюс 2 кромочные. На второй части я также набрала 138 петель и провязала сейчас уже 14 рядов резинки 2 на 2. По моему количеству петель у меня получилось кромочная, 1 лицевая, а затем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И в конце также 2 изнаночные и 1 лицевая. То есть по одной петле до кромочной и после кромочной. Если у вас количество петель другое, то нужно тоже распределить так, чтобы и в начале, и в конце было одинаково. Итак, 14 рядов я провязала, и сейчас мне нужно провязать 15 ряд, в котором я буду убавлять 15 петель. Итак, 15 ряд резинки. Кромочную снимаю и первые 4 петли провязываю по узору. У меня это лицевая, 2 изнаночных и лицевая. 4 петли. Следующие 2 петли я провязываю вместе. Их можно провязать и изнаночной, и лицевой. 2 вместе. И дальше я 14 раз повторю 7 петель резинки, 2 вместе. 7 петель резинки, 2 вместе. Повторяю по узору, как есть по узору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше у меня идет 2 лицевые, я их провязываю, 2 изнаночные, я их провязываю 1 изнаночной. И так повторяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь у меня изнаночная и лицевая, я их провязываю 2 вместе лицевой. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас получилось 2 лицевые у меня, значит, провяжу их лицевыми. Здесь неважно, можно и лицевыми, и изнаночными. Смотрите, как будет красиво. Итак, провязываю до конца ряда. В конце ряда также провязала 7, 2 вместе, и остается так же, как в начале, 4 петли. 1, 2, 3, 4. Кромочную провязываю изнаночной. И провязываю 1 изнаночный ряд, все петли изнаночные. Все и над лицевыми, и над изнаночными провязываю изнаночные петли. Так, начинаю вязать узор. И сначала провязываю первые 4 ряда, которые в раппорт не входят. Итак, первый ряд до раппорта. Значит, до узора я провязываю следующим образом. Как я говорила, свой расчет. Кромочная. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 изнаночных. 4 лицевых. 3 изнаночных. И отмечу начало вязания узора. Начинаю вязать узор Б. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 4 лицевых.
9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это 26 петель узора Б. Отмечаю конец узора Б, начало узора А. 4 лицевых. Узор А начинаю вязать. 3 изнаночных. 2 лицевых. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 лицевая, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Отмечаю конец узора А и начало узора Б. Девять изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 лицевые. 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Отмечаю конец узора Б. И остались боковые петли. Их провязываю так же, как в начале ряда, только в зеркальном отражении. 3 изнаночные. 4 лицевые, 3 изнаночные и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная, изнаночная. Второй ряд провязывается, все петли по узору. Где видим изнаночную, вяжем над ней изнаночную. Вначале здесь 8 изнаночных, лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Так до конца ряда. Третий ряд узора, который не входит в раппорт. Сейчас я еще провяжу в этом ряду до начала первого маркера и после последнего маркера, вот эти две части. А дальше я буду показывать только сам узор между маркерами, потому что вот эти две части в начале и в конце, они вяжутся и в лицевых, и в изнаночных рядах по узору. Как есть, так есть. До начала убавлений по бедрам. По прямой вяжется все так. Еще раз провяжу весь полный ряд. Кромочную снимаю. 8 лицевых. 4, 5, 6, 7, 8. 3 изнаночных. Здесь уже все идет по узору. 4 лицевых и 3 изнаночных. И я пришла к маркеру, который обозначает у меня начало вязания узора. Сначала вяжется узор Б. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Следующие три петли нужно перекрестить с наклоном направо. Для этого перевожу рабочую нить перед работой, следующую петлю снимаю за работой, не провязывая нить перед работой, провязываю две петли следующие лицевыми и завожу спицу за работу, подхватываю снятую петлю, снимаю все три петли со спицы и две петли провязанные возвращаю на правую спицу, а снятая теперь на левой спице. И эту снятую петлю провязываю изнаночной. Можно использовать дополнительную спицу. Следующие три петли перекрестить влево. Теперь рабочая нить за работой. Две петли снимаю, не провязывая на правую спицу. Следующую петлю провязываю изнаночной. Теперь перед работой подхватываю две петли на левую спицу. Снимаю со спицы три петли. Провязанную перевожу на правую спицу. Снятые остаются на левой спице. Эти снятые петли я провязываю лицевыми. Дальше 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я закончила вязание узора Б. Дальше узор А. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 изнаночных. 2 лицевых. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 2 изнаночные петли нужно провязать вместе изнаночной петлей. 2 петли провязываем вместе изнаночной. Дальше идет 1 лицевая петля. Из этой лицевой петли нужно вывязать 3 петли. Петля должна лежать к вам передней стенкой. Если вы вяжете бабушкиным способом, то у вас петля будет лежать вот так. Поэтому вы вводите спицу за заднюю стенку. Я вяжу классическим способом изнаночные петли, поэтому я ввожу крючок вот так слева направо за переднюю стенку. И так, как я обычно вяжу лицевые. Провязываю 1 лицевая, петлю не снимаю со спицы провязанную. Делаю накид и еще из этой петли еще 1 лицевая. Вот 3 петли из одной петли. Следующие 2 изнаночные провязываю вместе изнаночной петлей. Еще 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевых, 3 изнаночных, 4 лицевых. Дальше снова узор Б. 8 изнаночных, 3 и следующие 3 петли нужно перекрестить с наклоном направо. Сейчас покажу, как это делать с дополнительной спицей. Для этого рабочая нить также перед работой. За работой снимаю 1 петлю на дополнительную спицу, не провязывая. И 2 петли провязываю следующие лицевыми. Затем петлю, снятую на дополнительную спицу, возвращаю на левую спицу и провязываю ее изнаночной. Следующие 3 петли перекрестить влево. Рабочая нить за работой. Первые 2 петли снимаю перед работой, не провязывая, оставляю перед работой. Следующая петля 1 изнаночная. Теперь снятые петли возвращаю на левую
спицу и провязываю их лицевыми. Я сделала то же самое, что делала вот здесь, только с дополнительной спицей. Кому как удобнее. Мне удобнее провязывать без дополнительной спицы. Дальше. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые. Все, узор B закончился. Последний маркер. И после последнего маркера провязываем петли по узору. 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 8 лицевых. Кромочная, изнаночная. Четвертый ряд до узора, который до раппорта, то есть провязываем все петли по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Так, 4 ряда. Первые, которые не входят в раппорт, я провязала. И начинаю вязать 12 рядов раппорта, который дальше будет повторяться. Итак, первый ряд раппорта. Я провязала петли до начала вязания узора и начинаю вязать узор B, первый ряд. Четыре лицевых. Раз, два, три, четыре. Семь изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Следующие три петли перекрещиваем направо. Одну петлю снимаю за работой. Следующие две лицевые. Снятую петлю провязываю изнаночной. Две изнаночные петли. Следующие три петли перекрестить налево. Две петли снимаю перед работой, не провязывая. Следующая петля изнаночная. Меняю петли местами, снятые и провязанные. И снятые петли провязываю лицевыми. Две лицевые петли. Семь изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И узор B провязан. Дальше узор А. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли, не провязывая. Следующая изнаночная. Снятые петли переношу на левую спицу, провязанные на правую. Снятые петли провязываю лицевыми. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Следующие 2 петли вместе изнаночной петлей. Дальше 1 лицевая. И из следующей петли нужно вывязать 3 петли. Провязываю 1 лицевая, не снимаю петлю, накид, еще 1 лицевая. 3 петли из одной. Дальше 1 лицевая. Следующие 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. 3 изнаночные. Три петли перекрестить с наклоном направо. За работой 1 петлю снимаю, не провязывая. Следующие петли 2 петли лицевые. Снятую петлю возвращаю на левую спицу, провязанные на правую. Снятая петля изнаночная.
3 изнаночных, 4 лицевых. Узор А провязан. И узор Б. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 петли перекрестить направо. За работой снимаю одну петлю. Следующие 2 лицевые. Меняю местами петли. Снятая петля изнаночная. 2 изнаночные петли. 3 петли перекрестить влево. 2 петли перед работой снимаю, не провязывая. Следующая петля изнаночная. Меняю местами провязанные и снятые петли. И снятые петли провязываю лицевыми. 7 изнаночных. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 4 лицевые. Узор Б провязан. И дальше петли по узору до конца ряда. Теперь, что касается второго ряда. Во втором ряду петли все, кроме одной, провязываются по узору, то есть так, как мы вязали до этого, над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. В этом же ряду во втором нужно провязать среднюю петлю узора А. Вот у меня узор А, он отмечен синим маркером. Вот здесь в середине я вывязывала 3 петли из одной. Вот эту среднюю петлю из этих трех нужно провязать так, чтобы она в лицевом ряду была изнаночной. Я сейчас провяжу изнаночный ряд, то есть второй ряд изнаночный, до узора А, и узор А провяжу на камеру. В остальной части все вяжется по узору. Так, второй ряд раппорта, узор А. Четыре изнаночные. Раз, два, три. 4. Так, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И вот здесь в центре вяжем так. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Дальше по узору. 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные. Остальное все вяжется по узору. Третий ряд, узор Б. Четыре лицевые, шесть изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петли перекрестить направо. За работой снимаю петлю, не провязывая, 2 лицевые. Снятая петля изнаночная. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 петли перекрестить налево. 2 петли снимаю перед работой, не провязывая. 1 изнаночная петля. Снятые петли провязываю лицевыми. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Узор А. 4 лицевые.
4 изнаночные. Дальше перекрещиваем 4 петли налево. 2 петли снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли провязываю изнаночными. Теперь меняю местами. На левую спицу переношу снятые петли, на правую провязанные. Снятые петли лицевые. Здесь уже мы перекрестили не 3, а 4 петли. Следующие 4 петли перекрещиванием перекрестить направо. Для этого за работой снимаю 2 петли. Следующие 2 лицевые. И теперь за работой подхватываю снятые петли, переношу их на левую спицу, а провязанные на правую. Снятые петли провязываю изнаночными. Изнаночная 1, изнаночная 2. Одна изнаночная петля. И снова перекрещивание. 4 петли перекрестить с наклоном налево. Перед работой снимаю 2 петли, не провязывая, следующие 2 изнаночные. Снятые петли переношу на левую спицу, провязанные на правую. Снятые петли лицевые. Следующие 4 петли перекрестить направо. За работой снимаю 2 петли, не провязывая, 2 петли лицевые. Меняю их местами и снятые петли изнаночные. Четыре изнаночные. Раз, два, три, четыре. Четыре лицевые. Узор А провязан. И снова узор Б. 6 изнаночных. 3 петли перекрестить направо. Одну снимаю за работой. 2 лицевые. И снятую петлю провязываю изнаночной. 4 изнаночные. Следующие 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли, 1 изнаночная. Снятые петли лицевые. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 лицевых. Дальше по узору. Так, здесь у нас 4-й ряд. Вяжутся все петли по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Так, 5-й ряд. Узор Б. 4 лицевых. 5 изнаночных. 1. 2, 3, 4, 5. 3 петли перекрестить направо. За работой 1 петлю снимаю, 2 лицевые. Снятую петлю вяжу изнаночной. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли. Следующая изнаночная. Снятые петли лицевые. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Узор А.
4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 4 петли. Так, перекрещиваем направо. За работой 2 петли снимаю непровязанными, 2 лицевые петли, возвращаю на левую спицу снятые петли, провязанные на правую, и снятые петли провязываю изнаночными. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 4 петли перекрестить налево. 2 петли снимаю перед работой, не провязывая. Следующие 2 изнаночными провязываю. Меняю местами снятые и провязанные петли. Снятые на левой спице, провязанные на правую. Снятые петли провязываю лицевыми. Шесть изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 лицевых. Дальше провязываем узор Б еще раз. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 3 петли перекрестить направо. За работой снимаю петлю, следующие 2 лицевые. Снятую петлю провязываю изнаночной. 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой снимаю 2 петли, следующая изнаночная. Снятые петли провязываю лицевыми. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Дальше все по узору. Шестой ряд. Так, в шестом ряду все петли по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Седьмой ряд, узор Б. 4 лицевых. 4 изнаночных. Раз, два, три, четыре. 3 петли перекрестить направо. За работой 1 петлю снимаю, 2 лицевые, снятую петлю провязываю изнаночной. 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 петли перекрестить налево. Перед работой 2 петли снимаю, не провязывая. Следующая изнаночная. Снятые петли провязываю лицевыми. 4 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. Раз, два, три, четыре. Следующие 4 петли перекрестить направо. За работой 2 петли снимаю, не провязывая. 2 лицевые. Снятые петли возвращаю на левую спицу, провязанные на правую. И снятые петли провязываю изнаночными.
9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Перед работой 2 петли снимаю, не провязывая. Следующие 2 изнаночные. Меняю местами снятые на левую спицу, провязанные на правую, и снятые петли провязываю лицевыми. Четыре изнаночные. Раз, два, три, четыре. Четыре лицевые. И еще раз узор Б. 4 изнаночные, 3 петли перекрестить направо. Одну петлю снимаю за работой, не провязывая, 2 лицевые, снятая петля изнаночная. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли, не провязывая. Следующая изнаночная. Снятые петли провязываю лицевыми. 4 изнаночные. 4 лицевые. Дальше все по узору. И следующий 8 изнаночный ряд, тоже все петли по узору. 9 ряд, узор Б. 4 лицевых, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 петли перекрестить направо. Одну петлю снимаю за работой, не провязывая, 2 лицевые. Снятую петлю провязываю изнаночной. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли, не провязывая, 1 изнаночная. Снятые петли провязываю лицевыми. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Узор А. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 3 петли перекрестить направо. Одну петлю снимаю за работой, не провязывая, 2 лицевые. Снятую петлю провязываю изнаночной. 13 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли, не провязывая, 1 изнаночная. Снятые петли лицевые. 3 изнаночных. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Узор Б. 3 изнаночных. 3 петли перекрестить направо. За работой одну петлю снимаю, не провязывая. 2 лицевые. Снятую петлю провязываю изнаночной. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9,
10. 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли, не провязывая, следующая изнаночная. Снятые петли возвращаю на левую спицу и провязываю лицевыми. Три изнаночных, раз, два, три, четыре лицевых. Дальше после узора до конца ряда все петли по узору. Следующий 10-й ряд изнаночный. Вот в этом ряду, 10-м, там не все петли вяжутся по узору. Поэтому сейчас я довяжу изнаночный ряд до узора Б и провяжу. Там есть изменения и в узоре Б, и в узоре А. Поэтому сейчас я покажу изнаночный 10-й ряд. До узора в 10-м ряду вяжется все как обычно по узору. И узор Б вяжем следующим образом. 4 изнаночные. 3 лицевых. 2 изнаночные. А дальше над вот этими всеми лицевыми петлями вяжем 4 лицевые, 4 изнаночные, 4 лицевые. Значит, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Следующие 4 изнаночными петлями, 1, 2, 3, 4. И дальше 4 лицевые. Две изнаночные, три лицевые. Дальше узор А. Так, 4 изнаночные, 3 лицевых. Две изнаночные, семь лицевых, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А над вот этой лицевой петлей нужно провязать изнаночную петлю. То есть семь лицевых, одна изнаночная, семь лицевых, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. 2 изнаночные, 3 лицевые, 4 изнаночные. И снова еще раз тогда узор Б покажу, раз уж показываю весь ряд. 3 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные, 4 лицевые. Две изнаночные, три лицевые, четыре изнаночные. Ну, а дальше все по узору. Одиннадцатый ряд, узор Б. 4 лицевых, 2 изнаночные. 3 петли перекрестить направо. Одну петлю снимаю за работой, не провязывая, 2 лицевые. Снятую петлю провязываю изнаночной. 3 изнаночные, 1, 2, 3. Следующие 3 петли опять перекрестить направо.
За работой снимаю одну петлю, не провязывая, 2 лицевые. Снятую петлю провязываю изнаночной. Следующие 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли, не провязывая, следующая изнаночная. Снятые петли возвращаю на левую спицу и провязываю лицевыми. 3 изнаночные. Следующие 3 петли также налево. Перекрещиваем. 2 петли снимаю непровязанными перед работой. Следующая петля изнаночная. Снятые петли возвращаю на левую спицу, провязываю лицевыми. 2 изнаночные. Узор А. 4 лицевые. 3 изнаночные. Две лицевые. Пять изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Дальше идет 1 лицевая петля. Из нее вывязываем 3 петли. Одну петлю провязываю из этой петли, не снимая петлю с левой спицы, делаю накид на правую, и из этой же петли еще 1 петля. После этого я снимаю ее. Следующие 2 петли вместе изнаночной петлей. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые. И еще раз так, узор А провязан, еще раз узор Б. 2 изнаночные петли, 3 петли перекрестить направо. 1 петлю за работой снимаю, не провязывая, 2 лицевые. Снятая петля, изнаночная. 3 изнаночных. Следующие 3 петли перекрестить направо. За работой снимаю 1 петлю, не провязывая. Следующие 2 лицевые. Снятую петлю возвращаю на левую спицу. Провязываю изнаночной. Следующие 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли, не провязывая, следующая изнаночная. Снятые петли возвращаю на левую спицу и провязываю лицевыми. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Следующие 3 петли перекрестить налево. Перед работой снимаю 2 петли, не провязывая, 1 изнаночная. Снятые петли переношу на левую спицу, провязанную на правую. Снятые петли провязываю лицевыми. 2 изнаночные петли. 4 лицевые. Дальше по узору. 12 ряд изнаночный. Все петли по узору. Все 12 рядов раппорта провязаны. Дальше узор повторяется с первого из 12 рядов. Я продолжу вязать ровным полотном, повторяя 12 рядов, последние 12 рядов раппорта, которые я показала, на высоту, как вязала на первой части, от начала вязания узора 100 рядов. Затем буду выполнять убавление по бокам. То есть вяжем до убавлений по бедрам. Так я провязала
до начала убавлений по бедрам ровно 100 рядов. И затем начала уже делать убавления. Как я делала убавления, я сейчас покажу, это все очень просто. И в каких рядах я делала убавления. Значит, провязав эти 100 рядов, я начала отсчет с первого ряда. И сделала 4, сейчас 5 я буду делать. Всего 5 убавлений. В первом ряду, в 9, в 15, в 21 и 27 ряду. Вот сейчас у меня 27 ряд. На первой части я делала также 5 убавлений в таких же рядах. И всего от начала убавлений я провязала 30 рядов. Затем я провязала один лицевой ряд лицевыми петлями, так чтобы у меня образовалась вот эта дорожка для пришивания. И затем 15 рядов резинки 2 на 2. Так как у меня после всех убавлений, вот 5 убавлений по одной петле с каждой стороны, всего 10 петель ушло. Осталось у меня 113 петель. Для резинки мне нужно четное число, поэтому в первом ряду, вот этом, который я провязывала лицевыми петлями, я где-то в серединке вот здесь провязала 2 вместе петли лицевой. И осталось у меня 112 петель. На этих петлях я провязала вот эти 15 рядов резинки. Сейчас я буду на этом полотне делать то же самое. Покажу, как я делала убавление. И свяжу количество рядов, о котором сейчас сказала. Так, в начале ряда я первую петлю снимаю и 2 следующие провязываю за переднюю стенку вместе одной лицевой петлей сразу после кромочной. 2 вместе лицевой, вот такое убавление, то есть с наклоном ко шву, где будет шов. Дальше провязываю все по узору. В конце ряда осталось 3 петли, 2 петли перед кромочной провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Для этого я первую петлю снимаю, не провязывая, следующую провязываю лицевой и снятую петлю набрасываю на провязанную. Или можно развернуть петли и провязать за заднюю стенку. Если вы вяжете бабушкиной петлей, то у вас они и так будут лежать задней стенкой, вы их провяжете. Что касается в начале ряда, я вяжу классические петли, поэтому я провязываю 2 вместе за переднюю стенку, не поворачивая петли. Если вы вяжете петли бабушкиным способом, то их нужно развернуть передней стенкой к себе и провязать, чтобы они не были перекручены за переднюю стенку. Все, я сделала последнее убавление в 27 ряду, и теперь 28, 29, 30 провяжу ровно и дальше уже буду вязать лицевой ряд и 15 рядов резинки 2 на 2. Все ряды провязаны и закрываю петли протяжкой по узору. Первую петлю кромочную снимаю. Дальше идет у меня лицевая петля. Провязываю ее лицевой. И снятую петлю набрасываю на провязанную. И так каждую петлю. Следующая лицевая, провязываю лицевой. Протяжка. Дальше идет изнаночная, значит, провязываю ее изнаночной и протягиваю через предыдущую петлю. И таким образом закрываю все петли. Затягивать слишком не нужно. Я закрыла все петли и этой же нитью буду соединять по боковому шву. Беру второе полотно и прикладываю лицевыми сторонами друг к другу. Вот так. Проверьте, чтобы рисунок не был перевернутый.
и буду соединять крючком по кромочным петлям. Вот эта последняя петля, которую я закрывала, она у меня открытая. Беру крючок, я взяла 2 миллиметра. И здесь нахожу самую верхнюю петлю и в нее протягиваю вот эту открытую нить. Вот так. И можно закрепить. И дальше я подхватываю кромочную с каждого полотна за обе стенки. С этой стороны и кромочную со второй стороны. Вытягиваю нить, протягиваю через предыдущую петлю. И так с каждой кромочной. С этого полотна кромочная. Со второго полотна кромочная. Вытягиваю нить, протягиваю через предыдущую петлю. Здесь уже можно поменять крючок на побольше. Я взяла 2,75. Здесь уже кромочные, они свободные. И продолжаю. Одна кромочная. Вторая кромочная. Вытягиваю нить, протягиваю через предыдущую. И подтягиваю, чтобы не затянуть. Такой шов получается. С лица он не виден. Так прошиваю до конца. Я соединила оба боковых шва, и теперь мне нужно подшить резинку. Также, не выворачивая еще на лицо, по изнаночной стороне прикладываю. Чтобы шов сошелся, и буду захватывать петли, которые образовались в результате протяжки при закрытии, и вот эти вот петли, которые выпуклые, которые образовались при провязывание петель лицевыми по лицевой стороне. Вот он ряд, он виден. Если немножко растянуть, они выпуклые. Пришивать буду иглой. Здесь есть две части, например, вот двух лицевых, которые ближе к той части, которую я загнула. А есть, вот они две, которые подальше. Я беру те, которые ближе к полотну, к самому. Можно и эти брать, но тогда эти потом видно будет. Хотя на изнанке это не важно. Итак, беру здесь одну петлю, захватываю и здесь одну петлю. Первую прошью 2 раза. Вот так. И дальше буду продолжать подхватывать одну петлю отсюда и одну петлю отсюда. Здесь можно даже смотреть по, ну хотя здесь не сойдется, здесь не резинка, можно выворачивать и смотреть.
сходится у вас или не сходится петли. Здесь главное, не нужно сильно затягивать. Можно даже не каждую петлю, можно петлю какую-то пропускать. Прошив какое-то небольшое расстояние, проверьте, посмотрите, не топорщится ли нигде. Или наоборот, не стянуто ли. Вот я здесь, например, одну пропустила. И вот так, не затягивая, пришиваю, подхватываю одну петлю от полотна и вторую от резинки. И этот шов, он будет эластичный. Если его не затягивать, он также будет растягиваться. Так сшиваю всю резинку. Я подшила пояс весь, оставила небольшое отверстие и вставила резинку сюда. Она очень эластичная, хорошо растягивается. Стирала я вручную и сушила в горизонтальном положении. На этом все. Если у вас возникли вопросы в процессе вязания или просмотра этого видео, задавайте в комментариях. Большое спасибо, что посмотрели. Я желаю вам приятного вязания, всего самого доброго и до новых встреч!